Soviet Union did not have a concept of immigration. After all, why would anybody want to leave this utopia? Однажды вечером она пришла с работы, Леночка, и говорит: «Санечка, мы уезжаем». Я говорю: «Куда?» Она говорит: «Я не знаю куда, но отсюда». У меня росли два маленьких ребенка. Так я подумал, что эти несчастные дети будут по паспорту все время евреи, и они будут влачить ту же самую судьбу, которая была предназначена нам через наших отцов и дедов в этой стране. We were not going to allow a second Holocaust to happen, a silent Holocaust, a cultural Holocaust. Надо быстро выйти и пройти через эту границу и больше никогда не оглядываться. Я вырвалась, я последняя откупилась из этой тюрьмы. Мы совершили побег. Ты как бы живешь вот в этом вот отъезде, не имея никакой возможности сосредоточиться на своих эмоциях, потому что ты каждую минуту с кем-то сражаешься. The uncertainty of where are we going next? Where exactly is this train taking us? What's going to happen when we cross the border? For years and years, the United States was fighting the Soviet Union, saying, let these people out, open the gates. And now that the gates are open, how come you're closing our gates? Мы понимали, что если я сейчас плохо это сделаю, да, или что-то не так скажу, то мне в Америку не разрешат въехать. A dartboard would be better at predicting who was approved and who was denied. А, вы музыкант? Это она посмотрела на моего мужа. Если вы музыкант, значит, это вы точно получите отказ. Ты сидишь на развалинах былой жизни, не зная, что впереди, оставив все позади. Ты видишь, что люди уезжают, а ты сидишь, и ты не знаешь, когда ты уедешь. Вот это было страшно, чтобы ты не знал, чем это кончится. Нет ничего хуже неизвестности. Уже когда ты чего-то знаешь, ты понимаешь, с чем ты имеешь дело, с чем тебе бороться. Когда ты не знаешь, что тебя ждет впереди, это самое страшное. Я вот не совсем понимаю, как мы вообще это выдержали все. То, что сейчас вот я так... Как, знаешь, в кино, когда медленная скорость идет. Начинаешь вспоминать и думаешь, ну неужели мы это прошли, это все?